Кювете. В Биробиджане ночной гонщик улетел в кювет. Произошло это в районе улицы Советской, 44В. 30-летний водитель, управляющий Toyota Premio, не занял крайнее положение перед поворотом направо и столкнулся с Nissan Tiida. Все, кроме автомобиля, остались целы. Конопляных дел мастер. Житель Дубового вырастил более 1000 кустов конопли и хранил у себя 230 граммов марихуаны. Сотрудники полиции также нашли у мужчины металлическую тарелку с веществом бурого цвета, бутылку с растворителем, а также электрическую плиту. Возбуждено уголовное дело. Русский спорт в КНР. Спортсмены из ЯО покорили Китай. Они успешно выступили на международных соревнованиях по роликобежному спорту. Российская команда проявила невероятное упорство и завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Не играйте в карты. Жительница Биробиджана забыла кошелек на улице. Его нашли двое местных жителей и потратили с найденной в нем карты более 6000 рублей. Личности злоумышленников быстро раскрыли. За эту карточную игру им грозит до 6 лет колонии. О школе с бассейном. В Облучье возводится новая школа на 350 мест. Она будет трехэтажной и антисейсмической. В учебном заведении смогут учиться ребята с 1 по 11 класс. В нем обустроят бассейн «Дальневосточник» и физкультурно-оздоровительный комплекс под открытым небом.